Друзья, всех приветствую. Появилась информация о том, что россияне начали накапливать технику на острове Змеиный. На снимках со спутника видно российскую баржу с краном и десантное судно. Данная баржа в последние недели совершила много рейсов из оккупированного Крыма на остров. И в общей сложности на острове находится 14 транспортных средств. Это говорит о том, что российские войска накапливают военную технику, накапливают силы на острове Змеиный.